19 ноября большинству знаков зодиака следует упростить свое отношение к мелочам. Начав паниковать из-за них, вряд ли удастся вовремя остановиться. Как следствие, вторник рискует пройти без продуктивного результата в делах, на которые когда-то делали крупную ставку. Овны, вас ожидает безоблачная погода в личной жизни. Именно это подтолкнет к таким свершениям, о которых вы и не помышляли. Главное, чтобы вас не обманули в коллективе. При раздаче слонов будьте в гуще событий. Тщательно спланируйте домашние дела. Покупки могут оказаться дорогими и некачественными. Тельцы. Только структурированный подход к работе поможет вам достичь высокого результата. Отметьте те методы реализации, которые раньше привели к неудачам. Не исключена массовая проверка юридической дотошности, мелкие задания. В романтической сфере реально наступить на те же грабли, поэтому будьте внимательнее. Близнецы. 19 ноября вы будете излишне ворчливы и придирчивы к собственной работе. Даже коллеги заинтересуются, как вам удается справляться с трудными заданиями. В финансах нельзя преследовать корыстные цели. Содержательная беседа предстоит с одним из друзей. Он хвалится, вы завидуете. Раки. Звезды советуют вам оттачивать мастерство и завоевывать исключительную репутацию. Без всего этого карьеру не сделать. Нелегкий день в амурных делах, так как отношения с избранником уже давно перешли в стадию привычки. Львы. Если у вас найдется запасная жилетка, то нужно надеть ее с раннего утра. Желательно, чтобы она была из брезента, прочной, надежной. Во вторник плакаться в нее будут все, кому не лень. Ну а вам придется слушать, делать сочувствующий вид и раздавать мудрые советы. В отношениях с партнером не вздумайте рыться в чуланах памяти. Девы, вам не рекомендуется брать деньги взаймы, можно обойтись и без такого маневра. Запланированные покупки никуда не убегут, а вот долги вырастут. В общении с друзьями и коллегами давайте развернутые ответы. Весы, вы превратитесь в энциклопедию, которая ходит по миру и делится удивительными знаниями. Приятно, когда к вам прислушиваются даже мэтры. Настоящий праздник устроят вам домочадцы, поэтому не опаздывайте с работы. Отмените шопинг. Скорпионы, вам 19 ноября нужно взять на вооружение одно единственное слово – «надо». И тогда наверняка разрешатся все сложные проблемы. Причем так удачно, что даже давние проекты реализуются. С финансовой точки зрения день поразительный. Доходы такие крупные, что захочется отправиться даже в путешествие. Стрельцы, вы рискуете угодить в лапы мошенников и непорядочных личностей. Из вас начнут вить веревки, а это весьма неприятно. В работе руководствуйтесь принципом «бери больше, кидай дальше». Это позволит воплотить все, что задумали. Порадуйте избранника сюрпризом, проявите королевскую щедрость. Козероги, вам во вторник предстоит расставить все точки над «и», а возможно и сжечь мосты. Чтобы выйти на новую дорогу, нужно забыть о прошлом. В работе не ленитесь, подтянитесь и возьмитесь за то, что отличается сложным механизмом. Вечером не исключены враждебные выпады со стороны друга. Водолеи, звезды не советуют вам показывать свое «я» в коллективе. Такое поведение может вылезти вам боком. Лучше нацельтесь на активную работу. Дайте фору остальным. Новый горизонт откроется в любви, но кричать о чувствах не стоит. Будьте нежны и чутки. Рыбы. Массу удивительного и даже тайного вы откроете в себе, если займетесь творческой работой. Меньше сидите, больше двигайтесь. Физические упражнения позволят укрепить здоровье и избежать боли в спине. Успешно решатся финансовые проблемы. Всем знакам зодиака звезды говорят, ищите себя 19 ноября. Не замыкайтесь в домашних стенах. Сделайте все, чтобы общение в этот день было источником ваших позитивных эмоций. Звезды знают, что говорят.